О, у меня 5 супер вилспинов. Как он называется? Да, это подарили. Сейчас. Хуниган РС. И второй есть такой же абсолютно, но это ДТР, но монстр. Блин, Макларен P1. Не, у меня зато есть другой форт. А просто я только на этой машине могу этот спот ехать. О! Ну давай первый. Попробуй. Мерс выпал, пишет от какого. Надо было продать. Почему? А сейчас я не могу продать потом, да? Бля, знаешь, что я протупил? Что-то дальше поехал. Да. Две топовые. Да, я думаю, что-то мне не хватает. Кстати, тоже, ну, я придумал. Типа, сейчас если дальше поехать. Что с ламбой делать? Со стелемента. Тебе уже есть такая? Да. Ну, смотри, я ее забрал, но я не смог ее продать дороже на аукционе. Там нужно как-то раскручиваться, чтобы тебе давали, типа, поставить ценник выше. Там нужно тюнинг прокачивать. Это техно, сколько самая дешевая на аукционе? Лям 375. Сейчас, подожди. Ты знаешь, наверное, по большей части ты ставишь это какого... Ты сам перебиваешь цену, наверное. Офия. Вот, на аукционе сейчас самое дешевое. 2400. В смысле? 2 ляма 400 тысяч. Самое дешевое продается на аукционе сейчас. Так она вот за лям 375. А здесь, да, ты ее продаешь за ляму. Во всяком случае, я его с собой заберу. А первый мерс у меня выпал, вот этот GTR, который. А, кстати, да, я